Все мы в детстве, да, собираем, что-то коллекционируем, а в итоге вырастая, да, если мы становимся коллекционерами, не обязательно, что женщины только коллекционируют кукол, да, или фарфор, но и мужчины тоже. И вот в нашей выставке участвуют 9 коллекционеров и 3 музея, которые демонстрируют разнообразие своих экспонатов. Были куклы полностью фарфоровые, они создавались для купания, для того, чтобы дети с ними купались. Причем, если играть с ними без воды, они невероятно тяжелые. Вот поднять наш вот этот экспонат очень и очень тяжело. В воде же он плавает, потому что он внутри пустой, и с ним уже в таком виде достаточно легко играть. Наш дедушкин чердак – это такой мини-политех, там собрано очень много всего разного, там есть и пишущие машинки, и телефоны, и разные вещи. И вот сейчас вот мы к 12 апреля, ко дню космонавтики, собираемся открыть космический даже чердак. Там будут у нас найденные тоже на чердаках части даже космических кораблей. Сосредоточено больше 1100 печатных машинок со всего мира, включая уникальные первые китайские машинки. И показывается развитие всех машинок от самого рождения до уже, соответственно, самых последних экспонатов. Некоторые композиции, в которых мы видим взаимодействие мужского и женского, то есть это некий карнавал. Есть композиция, которая называется «Коррида». Вполне возможно, что это и есть философское переосмысление именно мужского и женского. В искусстве всегда должно быть рациональное начало и эмоциональное начало. То есть как бы мужское, женское. То есть без этих двух составляющих, ну помимо профессионального уровня, конечно, это должно быть в картине. Если этого нет, она не цепляет зрителя. Всем будет интересно, как мужчинам, так и женщинам.